Народ, привет! Сегодня у нас распаковочка ароматов и вкусных гелей для душа, которые мы купили в нашем любимом магазине Bath & Body Works. Ну, Наташа сказала, что будет меня снимать в этом видео, поэтому окей. Да. Наводим на меня. Вот, уже про этот магазинчик рассказывали. Вот, что мы зашли и купили сначала. Очень вкусные, действительно, гели, ароматы, шампуни. Когда наносишь их на свое тело, они сильно остаются на вас. Будто, я не знаю, будто вы там Шанель Кэпа брызгались. Я уже рассказывала про эти шампуни и гели, и мы как-то показывали в каком-то видео. Вот реальный океан, прикольный подарочек. Смотрим цену. Стоило 37 дирхам. Видно цену? Ой, 37, 32. Ну реально это много. 32 дирхама. Распродажа только 7. Вкусный запах, что мы посмеялись, раньше это было 2 в одном. Для тела и для головы. Сейчас еще и для лица. То есть face, hair and body. Ну вообще смешно реально. То есть можно face еще мазать. Классный подарок, кстати, действительно. Вот такие вот для путешественников штучки покупаете и привозите в подарок. Дальше что у нас? Вкусный такой body cream. Крем для тела. Тоже 7 дирхам. Малинка и что-то еще. Беллини. Это серия Беллини. Прикольная. Наши друзья любят. Мы привозили. Тоже 7 дирхам стоит. Дальше мелодия лета. Крем для тела. Тоже по 7 дирхам. И вот такая прикольная штучка. Была 15 дирхам. Это просто гель для душа. Но пахнет очень вкусно. Реально аромат такой. Знаете, свежести такой. Какой-то летней зелени. А сейчас нам уже доставили распаковочку. Сейчас я ее открою. Пальчик травмировала, со студентом играла. Вот. Открою и покажу, что мы заказали онлайн. Реально, сколько мы заказали онлайн, потому что вот это все было в магазине, а онлайн было гораздо больше по классным ценам. Все, сейчас включимся. Ну что, вот инвойс принесли, откладываем. Смотрите, как классно упаковано. Вот реально цвета Bath & Body, такие прикольные квадратики. Голубые, темно-синие, синие. Ой, какие. Кто это любит? Ладно, я не буду вам это делать. Ух, упаковали реально шикарно. Из Дубая ехала и добралась, я вам скажу так. Заказали вчера вечером, добралась сегодня вечером. Ой-ой-ой, так. Давайте сразу сейчас буду выставлять, потом показывать, раскладывать. Очень много здесь всего. Ну, эта штучка, что я хотела. У-у-у, класс. Ну, и коробочка сама по себе. Такую коробочку в чемоданчик загрузить. И можно ничего не упаковывать уже. Так, все вроде, да? Коробочку откладываем. Ну, коробочка шикарная, честно. Сама коробочка это просто подарок. Для котика будет. Для котика тоже, да. Отлично. Так, все, народ, сейчас выставляю, начинаю рассказывать и показывать. Так, два summer геля. Выставлю по категориям. Так, ну что, друзья мои, поехали. Начнем с маленького. Вот такие прикольные гели-санитайзеры. Очень классные и тоже вкусные такие. Намажешь руки, будут пахнуть, будто вы, не знаю, там, побрызгались каким-то дезодорантом или классным таким пахучим ароматом. Вот, цитрус и алоэ. Один мне, один Наташе. И что я приобрела? Вот такую штучку. То есть теперь можно вставлять. Ну, я потом сейчас вставлю, может, попробую сейчас натянуть, не знаю. Просто поснимать все. Вот. Ну, получается, полностью вставляешь, открываешь и смачиваешь руки в геле, а это все на рюкзачок вешается. Вот. Это все стоит по 3 дирхама. А вообще цена ее 16 дирхам, по-моему, что очень дорого, я помню. Это вот цитрус и алоэ. Потом один ванила ворм, сахар. Ну, прикольный аромат. И дальше вот Thousand Wish, тысячи желаний. Мы брали дезодоранты. Мисты тоже очень прикольно. Это все по 3 дирхамчика. То есть меньше доллара, такой прикольный подарок из Эмиратов. Вот. Так, далее идем, рассказываем. Вот, Нуир. Прикольный запах. Вот такие же мужская... Нуар. Нуар, да. Нуир. 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 Ну, написано Нуир. Вот, Наташа, наконец, вступила в действие. Вот, есть Океан коллекция. Про коробочку сейчас. Есть Тиквуд. Ну, есть много именно мужских коллекций. Вот, это такой маленький мист. На самом деле, это как... Деколон даже. Колония называется, вот, 12 дирхам стоит, 12 дирхам, а стоило 65 миллилитров, 15 миллилитров. Да, но оно не стоит 65, вы что? Ну, запах классный. Нет, он классный. Мужской такой хороший запах, но как подарок,
друзья мои, если 12 дирхам, если есть распродажа, 65 оно не стоит, это очень дорого. Ну, конечно. А так вообще, я очень довольна, что я его купила, друзьям привезти такие подарки тоже классно. Дальше идем. Очень нам как-то мы купили на распродаже и понравился вот ароматерапия, черная ромашка, Black Chamomile. Реально, оно успокаивает, это такой запах, когда вот ты помоешь тело, как будто ты реально в релаксе. Так что, когда будете в Bath & Body Works, магазин есть в каждом моле, в каждом Дубае мол, в Эляне, в Абу-Даби, мы в каждом моле, где мы заходили, мы этот магазин видели. Вот, просто зайдите и понюхайте. Еще из этой серии лаванда и эвкалипт. Лаванда? Лавандер, да, зеленая. Да, там. Не эвкалипт зеленая, и мят, и пепперминт. Эвкалипт зеленого цвета, а лаванда синего такого. Есть. Есть. Вот Black Chamomile, черная ромашка. Да, и он. Просто аромат, ну классный. Очень нежный запах, но остается на теле очень приятно. Внимание, да. Стоит оно на самом деле 80 дирхам. Это просто дофигища. Я хочу посмотреть на того человека, который покупает за эту цену. А мы взяли по 25. Вот один мне, один Наташе, 25 одна штучка стоит действительно очень вкусно. И первый раз мы заказали. Тоже по 25 попробовать, что это, body lotion, да? Ну, типа, да, крем для тела. Крем для тела, 25, вот такой вот большой, как-то даже он. Сколько миллилитров? 296, именно не 300, 296. А, потому что вот эти 10 ОС у них. А, наверное, это ОЗах. Не в каких-то, это какой-то. Ну, взяли попробовать, тоже 25, мы взяли за 25, стоит или 75, или 80. То есть, реально, когда нет распродаж, оно просто дофигища стоит, извините. Так, далее вот такой же, как, да, Thousand Wish, как коллекция. Взяли попробовать, вроде как нормальный аромат, но оно 25 дирхам стоит, то есть недешево, потому что это мы за 15 взяли, но онлайн за 15 уже не было. Ну, потому что это был один, но мы не знаем запах. Серия такая, как бы. Ну, что-то интересное, типа как, знаешь, даже... Это ты мне даешь понюхать? Виноградные косточки. Да не надо, не надо, дай я в камеру. Тысячи желаний за 25 дирхам. Прикольный, нормальный такой. А это же американская фирма, да, по-моему, Bath & Body Works? Ну, это не, это всемирная. Ну, она... сделано в Эмиратах, по-моему. Да, ну, конечно. Нет, это американская фирма. Ну, по крайней мере, это мировая фирма. Вот ты говоришь. Она не только в Эмиратах. Да? Не пишут? Мне нравится еще, когда спрашиваешь у них, какой срок хранения. Ну, когда вы открыли, там сколько, 3-6 месяцев? Да, когда вы открыли. Да. Так я же вот сейчас открыла, понюхала. Не могу найти, и на арабском есть, и на французском, и на... По-моему, Америка делает. Да, Made in USA. Но. Да. Как Англия. Наташа угадала? Да я не угадала, я знала. Made in USA, я не вижу. Вот здесь вот. Я, хорошо. Made in USA. Да, смотрите. Да. А ты думала, это Эмираты будут делать? Не, думала, что как, знаешь... По лицензии? Да, могут лицензионно проявиться. Дальше, хотя зима уже давно прошла, остались такие прикольные штучки. Вот Winter Candy Apple, зимняя сладкая яблочко. Ага. Ну, мы уже покупали такое за 7 дирхам. Стоило 32. Снеговичок это оленя, да? Угу. Запах классный, вот реально классный, свежий запах. А тут сколько миллилитров? Тут 88 миллилитров или 3 ОС. Тоже 80. А ну давайте поиграемся еще. Что вот это за ОЗы? Подожди, надо посмотреть. Здесь 29 миллилитров или 1 ОС. Кто знает про ОЗы, пишите. ОС, объем системы. И вот такой же, как и крем для тела. Мы просто уже взяли, но мы отложили на подарки. Мы один купили. Summer Melody, мелодия лета. Прикольный гель. Каждый по 7 дирхам. Действительно очень вкусный. Классно, ничего не могу сказать. Гель просто супер. Сейчас еще раз его понюхаю. Класс, такой вот сладкой карамелькой пахнет. Вкусный, не приторный. Вот, такая а в нем дынькой, по-моему, пахнет? Я перепутала? Ну, знаете, каждый может воспринимать какой-то свой вкус и запах. Да. Ну, вот такая у нас сегодня распаковка. Не знаю, были ли вы в магазине Bath & Body. Если не были, заходите. Нам этот магазин очень нравится. И реально это даже не 10% того, что мы покупаем. Да? Мы много покупаем, есть и свечки, есть и всякие другие приколюшки там, и дезодоранты, и мисты. Так что сегодня такая распаковочка. Пишите, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, было интересно. Всем пока!